Всем привет, ребята, с вами как всегда я, дядя Лукас, и это видео я сделал действительно с душой и трепетом, так как в нем я затрону тему одной из важнейших визуальных деталей в игре, а расскажу я вам о самых классных, мясистых и красивых попках Fortnite. Присаживайтесь поудобнее, берите вкусняхи, но перед началом ролика я, пожалуй, обрадую вас мега розыгрышем в честь 15 тысяч единомышленников, подписавшихся на наш с вами канал, ведь 15 тысяч человек — это огромное количество людей. Это больше, чем живет людей в моем районе. Спасибо вам огромное. Я безумно рад, что у нас с вами сколачивается самая добрая и ламповая комьюнити среди фортнайтеров. А разыграю я вам ледяной набор. Да-да-да. Для вас мне не жалко. А все, что нужно сделать для того, чтобы принять участие, это подписаться на канал, поставить лайк этому видео и отправить в комментарий свою социальную сеть для связи. Результаты будут в ближайшем ролике, ну а мы, пожалуй, начнем. Итак, попки Fortnite — это то, на что смотрят все, играя в эту игру, и по этому параметру некоторые даже покупают скины, а у других это единственное, чему они рады в Fortnite. Но я не хочу сильно затягивать и, пожалуй, начну показывать вам самые смачные попки Fortnite, но хочу сразу предупредить: места, по которым я расположил их, сугубо мой личный выбор, но я точно могу сказать, что именно эти скины самые привлекательные в игре. Итак, первая попка. Открывает наш топ-попка скины Miss Banksy. Думаю, все оценят по достоинству данный скин и не будут против того, что он в топе. Скин же этой попки выдавался в боевом пропуске 4 сезона за 23 левел, и в данный момент он недоступен для получения. Жаль, что некоторые не смогут его получить, но у большинства он все же есть. Поэтому следующий скин с красивой попкой я отнесу к разряду крайне редких попковых скинов. А речь идет о искрометном специалисте. Да, это скин с первого боевого пропуска 2 сезона, и редкость самого скина дополняет еще и отличный вид сзади. Так что думаю, те люди, у кого имеются эти скины, могут похвастать им, так как успели когда-то отхватить довольно привлекательный скин. Следующий же попковый скин у нас на очереди — это костлявая леди. Да-да-да, женский вариант ранее одного из самых желанных скинов игры, ну, до наступления Хэллоуина, естественно. Его полюбили многие, и стоит заметить не только за то, что скин является женским вариантом скултропера, но и за довольно аппетитной формы, которые видит игрок во время игры перед глазами. Думаю, что есть еще шанс увидеть ее в магазине в следующем году, и сейчас, пожалуй, от темной и мрачной скелетовской попки мы перейдем к более светлой и актуальной к праздничным событиям. Попковый скин Агент Рождества. По моему мнению, помимо крутой попы, это также один из самых крутых и простых в исполнении скинов, да еще и за сущие копейки, каких-то 800 V-баксов. Купил как-то я его в свое время и абсолютно не жалею. Вид во время игры приятно радует глаз, не правда ли? Ну да ладно, перейдем к следующему скину. Думаю, многие ждали именно эту попку в видео. И действительно, без этой латексной мадам этот ролик не был бы самим собой. Мгла. Ну или как по рофлу у нас на стриме ее называют, Омега Дева. Самая латексная попка Fortnite, которая манила и пленила глаза миллионов игроков долгие месяцы, пока не выходили достойные ей соперники. Я очень люблю играть на мгле, кстати, с плащом, но меня чуть ли не разрывают в гневе все, кто смотрит, постоянно заставляя срывать с нее плащ. Такие вот дела. Заслуженное место в ролике самых крутых попок Fortnite, не правда ли? Ну а после темной следует смягчить глаз белоснежной попкой. И эта попка скин Крутая Крольчиха. Невероятно прикольный и приятный на вид скин, к тому же обладающий довольно заманчивым задним видом. К сожалению, данного скина у меня нет, но как только их введут, думаю, это будет моей первой покупочкой в тот же момент. Ну и тут, друзья мои, я думаю, что пора закруглиться и глянуть последнюю и самую свежую попку среди всех в этом видео. Неоновая рысь. Без нее данный видеоролик я просто не мог оставить. На данный момент это самая привлекательная попка с боевого пропуска 7 сезона, по мнению большинства. Так как тоже обтянута латексом, видимо, у мглы все-таки появилась конкурентка. Ну что ж, ребята, на этом, пожалуй, все. Я показал самые сочные и приятные на задний вид скины игры Fortnite. И если тебе понравился этот ролик, ставь лайк и напиши в комментарии, какой, по твоему мнению, скин из ролика занял бы топ-1 среди всех. Ну а с вами был дядя Лукас, всем до скорых встреч в новых видео и адьос, амигос, е-е-е!